Свердловская область демонстрирует рост макроэкономических показателей и наличие задела для наращивания производства. Это дает основания для продолжения взятого курса на укрепление промышленного потенциала, обеспечение продовольственной безопасности, повышение качества жизни людей. Об этом сказал губернатор Евгений Куйвашев во время бюджетного послания. Свердловская область полностью адаптировалась к новым экономическим результатам и условиям. Сегодня обладает достаточными ресурсами и резервами, сохраняет потенциал роста. Об этом говорят цифры статистики. Глава региона считает необходимым активно использовать новые возможности, которые сложились в стране. В настоящее время Российская Федерация, поддерживая промышленный комплекс, делает акцент на закупе продукции у российских производителей, и Свердловская область к этому готова. В промышленности за 8 месяцев 2015 года рост объемов отгруженной продукции составил 118,7% к тому же периоду прошлого года. Основной вклад в увеличение объема отгруженной промышленной продукции обеспечен обрабатывающими производствами. У свердловских предприятий есть хороший задел для наращивания темпов промышленного производства. В 2016 году ожидается запуск второй очереди реконструкции трубопрокатного производства на Северском трубном заводе. Начало серийного производства новых двигателей на дизель-генераторов на Уральском дизель-моторном заводе. И запуск второй очереди комплекса точного литья на предприятие «Полимет». Не отстают и уральские аграрии. В сельском хозяйстве объем выпуска продукции в этом году увеличился на 5,1% к уровню соответствующего периода прошлого. Сейчас Свердловская область способна обеспечить потребности населения по основным продуктам питания, по картофелю и яйцу на 100%, по молоку, мясу и мясопродуктам более чем на 50%. У нашего агропрома есть хорошие резервы, но их существенно сдерживает недостаток мощности для хранения и переработки. Особенно это актуально для хранения картофеля и овощей, где нехватка современных складов не позволяет добиться круглогодичного обеспечения жителей региона собственного производства. По словам губернатора, с вводом соответствующих объектов 2015 года обеспеченность овощехранилищами составит 82%. Он подчеркнул необходимость не снижать темпов и полностью разрешить эту проблему, в том числе с учетом роста объемов производства. Глава региона напомнил, что в Свердловской области принят и реализуется план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной сферы. Сформирована комплексная система мер поддержки для предприятий, включившихся в работу по импортозамещению. Также губернатор призвал активно использовать возможности поставки высокотехнологичной уральской продукции, составляющей конкуренцию западным аналогам для естественных монополий. Уже сейчас у нас имеется около полутора десятков ключевых компетенций, по которым даны предложения Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, от специального машиностроения и металлургии до производства оптико-электронных систем и оборудования. Губернатор выразил уверенность, что наши опорные холдинги и предприятия промышленного комплекса смогут занять достойное место в этом ряду, и поручил правительству Свердловской области оказать уральским предприятиям необходимую организационную и методическую поддержку. Он подчеркнул необходимость учесть возможность предоставления преференций реальной выгоды для предприятий, которые будут заниматься внедрением российских технологий. На фоне таких процессов, происходящих в регионе, Артемовский городской округ до сих пор не в состоянии показать видимые результаты развития. Видимо, никому не нужно, чтобы в нашем муниципалитете появлялись реальные инвесторы, заинтересованные в организации производств, создании рабочих мест и готовые платить налоги. Каких-либо изменений в лучшую сторону вряд ли стоит ожидать до тех пор, пока наша хата будет с краю, и страх любых перемен будет преобладать над здравым смыслом и готовности к активным действиям по включению нашего муниципалитета в серьезные региональные программы.